Привет! Вы находитесь на канале Gaming Videos. Сегодня я решил показать вам странный танк. До сих пор я не знал о его существовании. Я даже представить себе не мог. Что бы вы подумали, если бы встретили в бою колесный танк на втором уровне? Вы, наверное, сначала не поверили бы своим глазам. Я даже играл на этом танке. Это премиум танк второго уровня АМ-39 Джендон. Я получил его бесплатно в рамках акции Steam. У них есть 100% скидки на этот конкретный DLC, и он называется French Express Pack. Вы также получите трехдневный премиум с тем же DLC. Акция продлится до 14 февраля в Steam. Вы наверняка знаете, что мир танков в Steam добавлен уже почти один год. Правда, здесь только европейский сервер и приходится создавать новую учетную запись, и здесь нельзя играть старой учетной записью в Wargaming, но многие тут уже начали играть. Короче, играть на втором уровне не очень весело, так как игроков на этом уровне очень мало, и Wargaming приходится добавлять своих ботов, чтобы собрать нужное количество игроков для боя, но я никогда не откажусь бесплатно получить даже танк второго уровня, особенно с трехдневным премиумом. Половина игроков в этом бою тоже боты, но получить медаль мастера и война все равно всегда приятно. Напишите в комментариях, знали ли вы о колесном танке второго уровня и встречались ли вы с ним когда-либо в бою. Желаю всем удачной игры. Буду очень признателен, если вы поставите лайк и подпишитесь на этот канал. Всем спасибо за просмотр. What to chase, told you how to run the race, every move is on the page, but I didn't like their way, had to fight, misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way, caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily, it's how I pass time, no opinions safely, it's how I understand what I want in this place, see, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be, I don't wanna let myself down, myself. You won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more. Take a chance. It could be possibly my last day.